Подтыпке Каркировского района больше нет лесопункта. Административное одноэтажное здание, в общем-то, в добротном исполнении еще могло прослужить не один десяток, говорят местные, но последние несколько лет пустовало, из-за чего стало излюбленным местом сбора местной молодежи. Взрослые об этом знали, но почему-то допускали, и вот история здания закончилась. Оно у нас в данный момент было заброшено здание, никто им не пользовался. Говорили, что молодежь там собирается, и как бы неоднократно их оттуда выгоняли. Рабочий там забивал и окна, и двери забивали. В любом случае, как у нас говорят, что это не может быть от проводки, так как она обесточенное здание. Так как это в любом случае, наверное, молодежь там неосторожное обращение с огнем. К моменту прибытия пожарных строение было уже полностью во власти стихии. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем – виновники не установлены.